зарядись энергией. Сюда вставляете провод, а другой конец вставляете его в задницу и заряжаетесь позитивом и энергией. Сам не пробовал, но говорят, очень полезная штука такая, очень вещь такая классная. На этой штуке написано мерцающее молочко для тела. Короче, если им намазаться, то все тело будет мигать, ходить, моргать. А помните этот фильм «Терминатор»? Мне нужна твоя одежда. Hasta la vista, baby. Пепельница, мыльница, книжка. Мы ее будем читать и станем умными. Итак, давайте рассказывайте, что вы запомнили из этой книги. Воинский щит. Ну, можно использовать как скрипку. Почему бы и нет? Когда я хочу есть, я всегда говорю, где мой трезубец? Зубная щетка, чтобы чистить зубы. Народный музыкальный инструмент. Гусли. Пожар, костер, окурок, спичка, битое стекло. Даже битое стекло может вызвать пожар. А запрещено гладить ежиков, кушать лесную ягоду. Также запрещено кушать клопов, клещей, всяких там букашек. Вот, а нельзя лазить на деревья, ломать. Нельзя прыгать с обрыва. Вот. Это я вам вкратце рассказал все меры предосторожности. Представьте себе, что это большой волосатый микрофон. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Поехали. А массаж-то когда уже? Какой массаж? Пошла отсюда. Да хватит трындеть уже, давай массаж делай. Да пошла ты, заткнись. Да пошел ты сам. Знаешь что? Ты это как его? Знаешь кто ты? Сама ты овца, понятно? Короче, знаешь что? А после этой видеосъемки тебе придется стричься на лысо. Да нет, шучу. Скипидар принесу. Осел. Сама ты олень, понятно? Здесь мы по-прежнему на третьем этаже. Мы по-прежнему находимся на третьем этаже этой заброшки. Здесь у них велась чипс-лейс, хрустим веселее вместе. Никто не хочет. Где моя миска? Сказала Маша. И пошла какать на горшок. Вот, по-моему. А что? Ты идешь на мужика храненько, куда ты прешься? Слушайте и наслаждайтесь этим моментом, как канал АСМР-1 лазит по колено в сугробах. Вот, могу сказать, что вот здесь, вот как подсказал мне только что мой гид, находится сцена, на которой на утренниках раньше, когда был детский заброшен, на которых... Раньше, когда здесь еще был не заброшенный детский лагерь, вот на этой самой сцене выступали детишки, там всякие, там Валерий Меладзе, певицы Нюши, там Димы Биланы, вот такие.
все, ну вы знаете всех этих Агутиных там. Мы, так сказать, это как актеры через сцену идем внутрь здания. А еще особенно не знаешь, куда идешь, когда куда идешь и не знаешь, канализация есть под ногами или нету. Мы все равно будем искать вход в этот самый детский лагерь. По-любому мы его найдем. Не бывает такого, чтобы не было входа в детский лагерь. Так, я извиняюсь, нам нужно попасть не в детский лагерь, а в корпус. То есть, где жили детишки там. Где они там какали, кушали и так далее. Ну ладно, чуть-чуть похулиганили и хватит. Я думаю, что пора домой двигаться, потому что в такой темноте мы ни хрена не увидим здесь. Даже призраки, наверное, в такой темноте боятся ходить. Официант, мне, пожалуйста, как и договаривались, меню для холостяка в студию. Вот это сервис. Еди, умать, едишь, колотишь. С Брукиновым днем рождения. Это что за выходки? Они вообще охренели мою еду есть. Катай мой кола. Это что такое? Зачем мне часы? Вкусная еда был. Да, вкусный. Засекай. Я туда бургер насыпал. Чтобы ты потом там сидел, а я здесь ем. Я тебе в еда бургер насыпал. Я тебе в еда бургер насыпал, чтобы ты потом долго какал. Я тебе в еда бургер насыпал. Да, вкусно. Смотрю, съели. А зачем ты мне свои роликсы? Ребята, это настоящие роликсы. Очень дорогие немецкие часы. Хватит есть мой еда. Скоро твой бургер заработает. Фарфор насыпал. Официант, походу, фуфыриков сегодня напился. Это тоже отдай, ты за это вообще не плати. А еще я на бурген потратился, соус тоже забил. Хватит есть бурки, да? Скоро твой бурген подействует, иди давай. Шурик за 20 минут заплатил, сейчас уже мой еда ешь. Ладно, ребят. На тебе подарок, с бургеном пригодится. Он подходит к своему логическому завершению. Не заплатил. Заплатить чаевые, отблагодарить официанта, там повара. Вот, держите. С наилучшими пожеланиями передайте свой официант-повар мой пламенный привет. Спасибо, сам чаевые возьми. Паца коца. Нет, не коца, а я коца. В очень красивом старом таком заведении. Вы не подумайте, оно ни в коем случае не заброшенное. Просто строители его так видели. Это хай-тек. Это новое слово технологий. Это комфорт класса А-люкс. Чтобы и зимой, и летом здание всегда проветривалось. Ты покакал, а ветер к соседям все унес. То есть вообще хай-тек в реальном времени. Та-дам! Хай-тек. Я давно рассматривал квартиру в таком элитном районе, в таком шикарном доме с таким классным ремонтом, чтобы все соседи всю ночь слушали, как я сру в туалете, и как я смываю его всю ночь, и как я порно смотрю по ночам, чтобы все было слышно. И все тут такие сидят. Виктор, ну как так? Откуда дети знают слово «самаритянин»? Ты что, вообще, что ли? Следующее слово. Ни за что не догадайтесь. Сейчас придумаю. Чем такого? Прям загадать такого, прям с говнецом. Поехали. Нет. Не то букву написал. Даю подсказку. Они бывают коровьи. Мучные бывают. Ну там, короче, наверное,
подойдешь, Тёма.